Здравствуйте. Сегодня в эмпире кино в Запорожье, Бразив, мы едем и начинаем свое видео. Очень обидно, но у вас он такой страшный. Видео начинается. Что такое? Зубы. Сообщите. Видео начинается с общежития, которое будем спухаться на вахтершу. Вахтерша будем пугать разными развлечениями. Сами будем ржать. На этаж выше, мы насмотрелись всяких ужасиков и думаем напугать нашу вахтершу. Вахтерша, он же бегемот. Мы идем его пугать. Конечно. Я даже не знаю, что говорить. Сейчас мы придумаем по дороге. Итак, в эфире наше кино. Что? Мы расскажем вам о многих вещах, которые приключились с нами во время поездки. Тихо. Запорожье, Бразилия. Подожди, ты еще не приехала. Голос пострашнее, блин. Что ты пискаешь, как, блядь, Карлсон Айлинг? Так-то я буду говорить, как ёбана Мальвина. Говори, да. Тихо. Меня видно? Тебя слышно? Я ничего не вижу. Я вижу. Посвети сначала в будку. Бля, мне кажется, лучше ли скинку станцевать, чем пойти на первый этаж. Иди в будку. Кто сегодня прошел в нашу будку? Нас сегодня убьют. Сегодня последний день, когда вы видите меня. Это видео записано на 24 часа вперед. Перед Запорожьем, Бразив, Запорожской сечи. Мы пошли в озеро. Меня видно? Видно. Я еще никогда такая смелая не была. Я не была настолько близко к смерти. Давайте, тебя видно. Тапочки, наши тапочки. Погоня. Бегут. Мама.